пьешь. Ух ты. Что, опять драка? Да. Тюнь, блядь. Василий. Бум! Хуя он пропустил. Хуя, смотри, а парень-то умеет махаться. Тут в пиджаке, кстати. Это тут в пиджаке. Выгнали. Ну и что-то взял биту, что ли? Хуеси он, да. С палкой. Ух ты, ёпты, по челюсти, блядь. Да? Не попал, конечно. Это опасно. Мужиков, шоу. Смотри, раскидывает там. Да это взрослые чурбаны, блядь. А это два молодых. Это он мог сбомбил меня какой-то, посрался. Наверное. Держится, чтобы не убежал, сука. Я сюда, я сейчас другу саму вломлю, блядь. Не держи меня. Да. Документы. О, пацаны подтягиваются. Ну не поебали, зато драку посмотрели. Можно еще поближе подъехать в наглую. Правильно бомбил, так и надо пизды давать, да. А нихуя он нормально, да, он, блядь, замахал. Дергает ручку, смотри. Смотри, бухуя. А этот подмога, смотри, пришла, посмотрел, оценила. Хуя ты нахуй. Я думал, сейчас мокруху будет. Слушай, это реально вот дубиной разок в голову попадет и привет, нары. Да. А тому больнее. Надо будет тело оттащить в печатники, чтобы моей сестре палку сделаем. Смотри, он, блядь, пьяный, но он, сука, ему накидал. Ну не так уж накидал там. Ну блять, все равно нормально въебал. Ну, демотивировал. Да, молодец. Демарализовал. Вдвоем разогнали, блядь, два молодняка, нахуй. Это самое.